Международный Одесский кинофестиваль объявил первых звездных гостей. В Одессу приедут двукратный номинант на «Золотой глобус» и премию BAFTA, актер киновселенной Марвел Даниэль Брюль и кинопродюсер Мальте Грунерт. Они представят свой новый совместный фильм трагикомедию «Плохой сосед». Кинолента «Плохой сосед» – режиссерский дебют Даниэля Брюля, в котором он сыграл гиперболизированную версию самого себя. В фильме исследуется темы джентрификации и социального неравенства в Берлине, пока трейлер представлен только на немецком языке. Kann ich ein Autogramm haben? Ja, klar, gerne. Sie was zu schreiben? Nee. Bist du mal ein Kuli? Na klar, für dich immer, Meister. Hast du Papier? Nee. Премьера фильма состоялась в марте 2021 года на Берлинском кинофестивале. В Украине «Плохой сосед» выйдет в прокат осенью этого года. К тому же Даниэль Брюль и Мальте Грунерт проведут мастер-класс, которым откроют летнюю киношколу. Одесский кинофестиваль пройдет с 14 по 21 августа. Организаторы уже заявили о нескольких премьерах и проведении фестиваля в офлайн-формате.